Итак, всем, ребята, привет! Сегодня у меня будет немножко необычная прогулка. Сегодня я пришел с работы с ночи, немного выспался и решил сходить на разведку. А разведка у меня будет сегодня такова. А с правой стороны вот у меня идет небольшая речушка. Вот. И эта речушка берет начало с родника, святого родника. Чуть позже я его вам обязательно покажу. А сейчас я вам показываю, где буду я сегодня, возможно, что-то искать. Искать я буду вдоль имеющейся дороги, вдоль обочины. Как я слышал, что была старая дорога по левую сторону от дороги. И вот я хочу ее обследовать. Находки я, конечно, не ожидаю. Но если что-то будет, обязательно покажу. Первая находка. Находка у меня вот такая, конина. Значит, мои соображения были правы. Раз здесь есть конина, значит, здесь ходили повозки. Вот. Но я так думаю, не один. Здесь я прошелся и уже вижу какие-то ямки. Но ямки очень старые, может, 3 лет давности. Но факт есть в так. Если они пропустили медную конинку, значит, могут и пропустить монету. Так что находки, возможно, будут. Итак, ребят, у меня очередная находка, и я отношу это к разряду шмурдяка. То есть это у нас пряжечка от женского ремешка. Медная. У меня долгожданная находка. Вижу кругаль. Для монеты кругаль вообще идеального состояния. Так что у меня сомнения какие-то. Берем кругальчик. Так, радует то, что это монета. Монета у нас 1 рубль. 1 советский рубль. Ленин. Я его лопатой еще шмякнул. Это у нас товарищ Ленин. Вот такая вот находочка. Ну ладно, смотрим. Пока у меня не густо, но пока и не пусто. Вот смотрите, какой отпечаток. Конечно, я его шмякнул. Вот так вот. Он лежал здесь. Много-много лет. Как минимум, наверное, 40. И вот так вот он у меня очутился. Итак, ребята, подошел я к святому источнику. Сейчас мы немножко наберем водички. Вот. Здесь вот у нас надпись. Да, действительно, вода здесь дарит здоровье. Я даже на себе это ощутил, когда у меня были проблемы с желудком. Постоянно меня изжога мучила, там подозрение на язву было. Вот, употребляя эту водичку, у меня как бы все это успокоилось. Контрадничок у нас действительно очень полезный. Вот он у нас в таком колодце. И, как вы видите, бьют у нас родники. Вон их много. Вода действительно очень чистая. Сейчас мы заодно помоем здесь вот монетку, которую мы нашли с вами.
1 рубль. Вот у нас вот такой вот рубалек. Итак, ребят, я переехал на новое место. Что-то там у меня не задалось. Находок практически не было. Один шмурдяк не снимал. Сейчас я переехал на новое место. По своим соображениям говорить я не буду про это место. Итак, ребят, у меня находочка. Пришлось тяжеловато его выковыривать из-под этих корней. Вот, ну и видно монету. Так, это у нас советик. Советик. 2 копеечки. 31-го года. Герб у нас старый. Люблю такие монеты. Сохран замечательный. Все, смотрим. Хочу вам показать любопытную вещь. Вот здесь вот у нас вот. Вот на лежаночка, где-то примерно с метр. Эта лежанка у нас ночная лёжка лесного зверя. Но так как здесь вот бывают перекопанные вот такие вот вещи, это у нас кабанчики швыряются в земле. И это видно, кабанчик отдыхал. Но днем их не увидишь, они здесь в основном ночью копошатся. Так что я сегодня хожу без наушников, для того, чтобы меня было слышно. Пусть лучше зверь меня раньше услышит, чем я увижу зверя позже. Так, ребята, в прошлом видео я рассказывал, что бродите по кустам. Вот. Здесь вот, смотрите, какую ямину вырыли. Я решил рядышком пройти вот по этим кустам. И у меня выпала находка. Я видел, что это монета. Вот у нас монетка лежит. Вот видите, как сросшись. Опа! Ребята, здесь не одна монета. Здесь их две. И лежат, смотрите, как хорошо вот так вот лежали. Вот отпечаточек. Это у нас 10 копеек 76 года. И 3 копеечки. 3 копейки 74 года. Не знаю, почему они здесь находятся. Потому что здесь деревню в это время уже не было. Не знаю, но все равно находка. Приятно. Ну все, смотрим. У меня был хороший сигнал. Ну, я не знаю, монеты нет. Но в камушке, вот видите, какая беда. Как раз под размер монеты. И вот где-то, наверное, в кустах она у меня лежит. Все, нашел я монетку. Вот у нас монета, она большая. Большая. Сказать пока ничего не могу. Так, могу. Это у нас 5 копеек. Год сейчас я вам скажу. Или не скажу. 1877. Возможно, я ошибаюсь, тереть не буду. У меня уже замечание сделали, то что не 3 монетки, а носи с собой водичку. Водичка есть, рюкзачок я выкинул, правда, тяжело что-то мне ходить. Вот такая вот у нас монета появилась. Все, это хорошая находка.
буквально в этом же месте, где-то в той области, может, в метрах 15, в прозапрошлом копии, я там Павла Первого находил, тоже большую, 2 копейки. Вот. Ну, в принципе, здесь я много находок вот именно в этом месте нашел, потому что, возможно, здесь комрады не ходили, ямок не было, только мои ямки. Вот. Так что посмотрим, что у нас здесь еще есть. Но находка хорошая. Мне нравится. Не зря я приехал. Так. Монетка немножко подсохла. Или, по-моему, 78-й год. Вот такая вот монета. Там я нашел пятачок. Вот сюда вот прошелся. И у меня вот находочка. Ну, не ценная. И как бы я такое не собираю. Считаю из разряда шмурдяка. Вот. У нас появилась такая вот красивая вещица. И вот я думаю, может, в принципе, пособирать, потому что любителей много такого, когда приходят гости, им интересно предметы старины. И вот думаю начать собирать такие вещи. Итак, ребят, у меня очередной сигнал, все в этом же месте, где-то примерно в квадрате 10 на 10. Я лазю по такой траве высокой. А если, наверное, от земли, то, наверное, будет примерно по колено. Вот, и выцепил я сигнал, очень отвратительный сигнал был, кое-как я его достал. Вот, в этой траве, плюс еще на штоклопате. В принципе, здесь почва почему-то сырая, и выкопал вот такой вот, не знаю, как алик какой-то. Сначала думал монета. Нет, ребят, это обычная конина. А была похожа на монету. Ребята, в этой же ямке, где я сейчас только что поднял конину, ковырнул. Здесь очень много керамики, горшочки тут. В общем, много. Вот, и выкопал вот такой вот. Прям, как сказать, золотой ключик. Буратино носился с таким ключом. В принципе, когда он был новый, красивый был. Здесь такие вот имеются декоративные узоры. Хороший был ключик. Но такое я не беру. Ну вот, ребята, долгожданная монета большого размера. Как я вам говорил, ходите по кустам. Хожу я по высокой траве. Где-то трава, когда стояла, примерно была по пояс. Теперь она немножко улеглась. И вот я из-под куста вот такого вот, видите, куст такой высокий, где-то примерно по грудь, прямо из-под корня вытащил монету. Монета большого размера. Так, это у нас, ребята, Павел Первый. Павел Первый, 1800 года, 2 копейки. Сохранчик вроде бодренький. Почистим, будет, наверное, замечательно. Такая монета у нас есть. Ну, я не побрезгую. Слепок вот остался. Пальцем не пробьешь. Все, ребят, меня эта монетка как бы осчастливила на сегодня. От машины я отошел чуть-чуть. И пойду вон в ту сторону. Уже, ребята, думал собираться. Решил кружочек сделать. Вот. И не зря я это сделал. Вот у меня монетка выпала. С одной стороны слежная такая была в земле. Сохранчик вообще отменный. Видно, что это царская. А с другой стороны у нас 1 копеечка. 1 копейка 1898 года. Такая вот хорошая находочка. Все, сейчас кружок закончу и поедем мы домой. Итак, ребят, закончил я свой коп, не попрощался с вами, вот еду домой. В принципе, коп прошел, я считаю, что неплохо.
Ребята, а вон смотрите, на пруду у нас белые лебеди. Ребята, остановился я, чтобы заснять вам лебедей. Представляете, вон вдалеке у нас, отсюда может не увидите, белые лебеди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Да мать моя, и да их здесь море. Не меньше 20. Вон они, красавцы. Жалко, меня сильно приблизить не может. Ну, вон там их много. Ладно. Всем пока. Всем удачи, мелкопа. Подписывайтесь на канал.